Всем привет, меня зовут Эдди, и сегодня мы посмотрим мод, который называется Elemental Gun. И данный мод добавляет такую возможность, как пользоваться силами воды, воздуха, огня и так далее. Итак, чтобы его активировать, нужно ввести чит-код, который называется Elgun, либо просто взять в руки тег 9. И вот, у нас появляются в руках теги. Теперь нажимаем на клавишу P, и это сила земли, то есть падает вот такой метеорит, который уничтожает все, что перед нами. Далее клавиша L, это такая у нас сила огня, просто зацените, клавиша L еще раз. То есть он выпускает некий фаербол, либо что-то в этом духе. Клавиша J, это сила воды, давайте проверим, но тут все взрывается. Клавиша J, о май гад, я куда-то уже сел. Я сел в блисту зачем-то, которая взорвалась. Ну ладно, клавиша J, это сила воды, а клавиша K, это сила воздуха. Я, кажется, понял, почему я сел. Спасибо тебе, чит-меню. Давайте я тогда отключу эти клавиши горячие, чтобы такого больше не было. Ну все, мы продолжаем наш обзор. Клавиша K – это сила воздуха. То есть просто мы отталкиваем предметы, машины, людей. Еще раз, клавиша J – это сила воды. То есть такая мощнейшая струя воды, которая еще и сопровождается какими-то взрывами. Я не знаю, что это за бомба. Клавиша L – это у нас вот такой огонь. Ну и клавиша P – это сила земли. Давайте, может быть, убьем копа, я не знаю, а то он что стоит такой здесь. На тебе, просто минус. Еще и рэгдолл работает. Заметьте, пожалуйста, рэгдолл тоже есть. И вот они падают очень-очень смачно прямо на бордюр. Решил поспать. Думаю, суть вы поняли. То есть 4 силы – это воздух, земля, огонь и вода. Да, вот такие дела, наша банда едет, шикарно, что можем сделать с бандой? Давайте клавиша K, оттолкнем ее. Можно вот так тупо всех отталкивать, чтобы нас никто не перегораждал, никто не вставал на нашем пути, это тоже важно, как мне кажется. Но что-то педов маловато, видимо, все испугались. Клавиша K, но с рэгдоллом это смотрится очень классно, я всем рекомендую установить данный рэгдолл от Джуниора, потому что это хорошая версия, это самая последняя версия рэгдолла, настроенная лично Джуниором, так что имейте в виду, просто посмотрите, что происходит с анимацией, какая-то эйфория. Итак, ладно, у мода есть один недостаток, его невозможно отключить. Я не знаю, как его отключить, но я ввожу чит-код и ничего не работает. Но имейте в виду, можно просто игру перезапустить, Customer Parking. Так что всем спасибо за просмотр, Elemental Gun для GTA San Andreas. Всем удачи, увидимся в следующем выпуске. Пока! Если вы желаете поддержать канал, вы можете сделать это на Патреоне, став патроном канала. Ссылка будет в описании.